Всех приветствую на своем канале. Как-то у меня в комментариях попросили сделать видео тег первый раз. Я все откладывала, откладывала. Сегодня поняла, что может быть можно даже его записать. В общем, нашла я, так сказать, в интернете снова Яндексом загуглила эти вопросы. Переписала на бумажку, потому что тыркаться в мониторы и говорить в камеру несколько неудобно. И сейчас я, пожалуй, начну. Ну и немножко даже прервусь, просто чтобы не записывать отдельное видео с этими приветами, так как их совсем чуть-чуть накопилось. Передам приветы. В общем, Даша Чудновская, тебе привет. Илья из Эстонии, привет тебе исключительно потому, что у меня почему-то не получается отвечать тебе в комментариях на моей странице. А у тебя там на странице, по-моему, вообще никак не написать никуда. Настя Пряхина, привет. Евгений Миничев, теперь уже не Евген, тебе тоже привет повторно. И Айка из Екатеринбурга, привет. В общем, я тут, как обычно, написала на бумажку. Без бумажки я букашка. Ну, я надеюсь, видно. Видео у меня в этот раз обычного качества, потому что вроде никаких супер мелких предметов не буду показывать. Поэтому, ну, в общем, не будет оно широкополосным, а тем самым квадратиком, на который некоторые ругаются. В общем, пожалуй, начнем. Первый вопрос. Общаешься ли ты до сих пор со своей первой любовью? Нет. Я даже не знаю, где он сейчас и вообще живой ли. Второй вопрос. Какой был твой первый алкогольный напиток? Я думаю, шампанское, где-то лет в 14, совсем чуть-чуть, так сказать, как родители обычно наливают, ну, для пробы на Новый год, типа глотни. В общем, но шампанское мне не нравится, откровенно говоря. Вот ананасы в шампанском очень вкусно. Но лучше ананасы в шампанском без шампанского. Так, третий вопрос. Какой была твоя первая работа? Я работала на свою сестру. Она только-только открыла частное, ну не то чтобы агентство, кажется, у нее называется, до сих пор называется экспертный центр. И я в основном это она тогда специализировалась на машинах, вот там застраховать машину, что-то с ней оформить, еще что-то. И мне нужно было в определенном месте города Углича раздавать листовки с ее данными ее работы. Ну и то ли мне 100 рублей она заплатила, то ли 200, как-то так. Я помню, не красные такие бумажки были, я такая, мне, по-моему, лет 19 или 20 было. Ну, в общем, как-то я выглядела совершенно не внушающе среди этих огромных дядек. Много-много машин и каких-то мужиков я ходила и так всем раздавала, предлагала, возьмите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста. Ну, короче, я их все честно раздала тогда за день. Ну, и мне сестра заплатила денежку. Так, четвертый вопрос. Какой была твоя первая машина? Не первая, не вторая, у меня нет машины. Ну, если только в детстве маленькие игрушечные. Так, пятый вопрос. Кто был первым человеком, кто тебе сегодня написал? Дима, с которым я все еще общаюсь. Шестой вопрос. Ну, на самом деле, может быть, там еще кто-то писал ВКонтакте, но первым, что я проверила, это была вот почта, и в почте было письмо, первое письмо было от Димы. Шестой вопрос. Кто был твоим первым учителем? Холмовская Лариса. В упор не могу вспомнить ее отчество. Извиняюсь. Пыталась сегодня, хотела у Маши сегодня узнать, но забыла. В общем, это было в «Веселых нотках», это музыкальная студия, и мне было тогда 3,5 года. Это моя первая учительница. Так, седьмой вопрос. Когда ты в первый раз полетела на самолете? Летом 1987 года, мне было 3,5 года, мы с родителями летели в Крым. Восьмой вопрос. Кто был твой первый лучший друг, и общаетесь ли вы до сих пор? Мой первый лучший друг, то бишь моя первая лучшая подруга, была Аня Смирнова. В детстве мы ее называли еще Анфиса или Муся. И, в общем, мы сейчас уже не общаемся довольно давно. Ну, лет 5, 6, 10, не знаю, наверное, точно не общаемся уже давно. Во-первых, разошлись интересами. Ну, и просто как-то так. В основном из-за того, что разошлись интересами. Мы не ругались ничего. Я знаю, что она вышла замуж. У нее, кажется, двое детей. Если не путаю, то это мальчики. Ну, как-то так, в общем. Так, с девятый. Где ты в первый раз оставалась на ночь? Я подозреваю, что у родни в Калязине, где-то, может, лет в 6 или в 7. Так, десятый вопрос.
С кем ты сегодня в первый раз говорила? По телефону с подругой, которая как раз у меня совсем недавно была в гостях. Не то чтобы в гостях, мне нужно было кое-что сделать, и нужна была помощь. Такс. 11. На чьей свадьбе ты в первый раз побывала? У своего дяди Вовы. По-моему, он не троюродный дядя. Не знаю, где-то в детстве. Может, в 10, 12, в 7, 6 лет. Ну, как-то так. Так, 12. Ты вопрос. Какой была первая вещь, которую ты сделала сегодня утром? Ответила Диме на письмо, на e-mail. Так, 13. На каком концерте ты впервые побывала? Года, может, в 3, если не раньше. Ну, в общем, точно первый концерт был классической музыки в здании старой музыкальной школы. Ну, в самой музыкальной школе. Мама меня таскала, я чуть ли не с детства, с самого такого, совсем мелкого, по концертам классическим. Так что это был, скорее всего, первый концерт, это был классической музыки. 14-й вопрос. Первая сломанная кость. Левая рука вот здесь, в локте. Так, 15-й вопрос. Первый пирсинг. Если сережки это пирсинг, то кажется, в 3 года или в 5 лет, но вообще надо смотреть самые мои мелкие фотки. Но кажется, все-таки в 3 года мне проколола уши соседка. Колола в одну дырку, она проколола со второй раза. При этом я боялась крови. Ну, в общем, вы представляете, маленькая девочка и дырки в ушах. Так, 16-й вопрос. Первая страна, в которой ты побывала за границей, это Эстония в 2014 году. Так, 17-й вопрос. Первый фильм, который ты помнишь. Вот, честно сказать, у меня вообще плохая память на название фильмов. Ну, наверное, это может быть «Один дома» или «Трудный ребенок», что-то в этом роде. С Маколи Калкиным, короче, что-то такое. Хотя я не помню, играет ли Маколи Калкин в «Трудный ребенок». Так, 18-й вопрос. Каким было твое первое наказание? В общем, лет в 5. Точно в 5 лет. Мама мне выдала корочку белого хлебца и выставила на площадку. Сказала, ну иди куда-нибудь. Я прошла 3 ступеньки, меня вернули обратно. Это было наказание за то, что я разбросала игрушки и вроде как не очень понимала, зачем мне их убирать, если мне в них снова играть потом. Такс. 19-й вопрос. Кто был твоим первым соседом по комнате? Мама. Ну, соответственно, родители вообще. Такс. Хотя я сначала так подумала, что первым соседом по комнате, но в общаге, когда я в кульке училась, но я не помню там, кто был первым. Потому что если совсем по комнате, то действительно, то мама. Так, 20. Если бы у тебя было только одно желание, что бы это было? Объехать весь мир, ну, соответственно, путешествовать. 21-й вопрос. Что бы ты выучил, если у тебя был шанс? Какой-нибудь новый иностранный язык. Так, 22-й вопрос. Какие были первые уроки, которые ты брала? Уроки музыки, соответственно, где-то в 3 с чем-то года. Ну вот, на этом все. Я постараюсь, может быть, сегодня или в ближайшие дни записать еще какой-нибудь обзор по списку, если вам было это интересно. Но учитывая, что был, кажется, все-таки один или два запроса этого тега, то одному человеку точно было интересно. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч. Пока!